слишком далеко. Я пока не могу прочитать. Заберите командира, чтобы не убило Паут. Убил. Спасите. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Ну, типа логин. Дайте другой логин. Он уже призрак. Дайте еще один бэк, что ли. Ты призрак, блядь, иди вы. В смысле призрак, он красный, мертв возле дерева. Да вот я возле кучки, возле поклонства вот лежал. Это у меня забагался фейт. Так, я пока бил. Ты искал слот, да? Ну да. Там манажер зашел, можешь ему пати кинуть. Сейчас вообще с веселыми ребятами и в инст попал, просто шикарно. Неплохо. А ты кто? Манажер. Что за ребят? Ну, танк сначала агро не мог держать, потом убил меня. Воскресить не смогли, я вернулся в инст и меня кикнули. Ты прям шикарно. 5-8 сорвал гроз танка, да? Ну да. Не понял. 5-8, значит.
Хаби 9 по ДПС, надо что-то делать. Никто не бьет, кроме меня, просто. Наверное, надо проверить, кто кашет. Дайте бафы по магам. Это ничего не говорил никто. Тут три человека пинают этот трэш. Смотрите, короче, мне Гурис предлагает, чтобы Мутан зашел на его БДК. Поклонский, у тебя Фурик КД? Киньте бафы, пожалуйста. Магом. Ну давай, может, так, да, Поклонский. Есть, а я на РПАЛ. А, ну да, Поклонский. А, да. Подожди. Ну да, в принципе. Поклон на кота, Филя на БДК, ты на Ретрика. В принципе, да. Было бы неплохо. Портуюсь, да. Давай поклон на кота заходи, а Мутант на БДК. На этого Марата. Мутант что, в Индию вернулся? Просто патики на голове не стоят. Соскучился просто. А, на X5 хуёво уже, да, играется. А в Агримаре можно палом сойти и скинуть таланты? Да. Топу. Да. Да, можно. Там возле трал. Так, Сумонти. Аюша с Кирсагиней там по бафам разбились. Угу. Диплом всем прото раздай. Ренивал всем кресты. Олег, ты этим палом побежишь или? Не, я тебе кидаю, еще снова сделал. Сейчас там спик надо сделать. А ты захилишь там? Придется. Два-то 10 есть. Защишка тут есть. Секунду, я баф у меня. Сад только второго на хила нет. Дайте каску. Сейчас я возьму сюда куплю. Сейчас, подожди. Оба есть? Ну, крестов пока не будет потом. Так, все, в принципе, готовы. Пока в три хила убьем с Эбианом дальше. Ну, ладно, давай, блин. Сейчас, Мисао, подожди. Для наниборка. Обновите, пожалуйста, город ДК, он мне не остался. Олег, ты готов уже? Нет. Я просто не хочу сейчас на болтаре вайпаться. Я спекну сейчас.
тоже могу вольно. Не, не надо. Достаточно будет. Типа, ладно. А, ну... Ну, сумните мисс Сау. Может, все-таки на всякий случай спрятаться? Все на непобедимых. Неправда, у меня есть маунт под топовый. По мне так беспонтовый вообще конь. Ты знаешь, каким трудом он получился? Знаю. У меня конь так конь. Вот у меня на Сирусе конь так конь, да? Дайте столик, пожалуйста. Если не старый. Какой конь, как у меня. А рыба есть у кого? Спасибо. Он же почти у всех есть. Не, не у всех. Спасибо. Какой конь? Давайте я основу потанчу, Транрак первую копию, диплом вторую. Мутант прожмешь. Ты в РК, кстати, мутант? Ну, перенеси там с гостиной или не вал такой ник. Мутант, да, ты в РК? Да, я не вал. У какой-то. Не, это мутант. Я даже его картинку РК запомнил. Там не сложно догадаться. А, Иван Петрунин, да. Ты, короче, станчишь первую копию и перед разделением, ну, перед вторым разделением на 37 где-то процентов прожми незабываемость. Потому что у нас он станет, но копия тебя будет бить. Если ты не прожмешь незабываемость, тебя убьет, пока ты встанет будешь, пока весь рип встанет будет. Ну, короче, я думаю, ты понял. Ну, да, типа такого. А-а-а, цирк приехал. Можешь дать пати, я сейчас настрою фрейм еще. Пока нет. Че, я только подвис пока. Залейте манну, голубики. Прожимайся, тренок. Вижу все на ману. Двое сильнее страдания. Что-то изи вообще. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Это кто сказал? Мне обратно или тут еще похилить? Доспекся обратно. Святилище считалось неприступным. Мутант, ты что говорить начал? Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Он давно разговаривает. Я думаю, лет так с двух. Научился уже. Ну, два года в РК зашел. Первые слова в РК сразу были. Ходи, болтал, и все такое.
и запечатала вход. Что-то проводит по любому. Дайте бафы по локам, друидам и шаманам. Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил красивым. Лак бафом. Ой-ой. Деймос зашел в сагу. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне не видно, не достаю. Ну ладно, пофиг. Я знаю точно. Мне кидай. Поставьте сейчас шкаф, суманите Гельсинг Форс. Блин, тут топ-топор упал, и чё? Рубиновое святилище пало. Третий какой-то палец. Первая пати зима, все остальные свет по хилам. Олег и Security хилят свет. Листал Кнесава и Голубика хилят тьму. Четвертая пати после первой фазы стоит добивать больших, кроме Ягера. По танкам Транрек танчит тьму и первую фазу начинает. Конус третью фазу свет. Диплом мелкий трэш. По инерам Хотик всегда заливаешь ману. Security, Void и Тангра на второй фазе заливать и Голубики, на третьей фазе Security. Таби диспелишь третью фазу свет. Диспелить это рассеиванием заклинаний. Да. Угу. Третью фазу только. Да, рыбку. Хорошо. А это как его? Что? Мне вот этих больших элементалей бить, да? И мелких? Да, больших, больших, мелких. А нет. Их можно ж вот этой сушением разума бить, нет? Нет. Сейчас подожди, скиллы выставлю. Голубика, будь внимательна, пожалуйста, во тьме, смотри за лезвием. Если метка одновременно с началом лезвия кидается, неси ее ближе к морде. Ориентир пусть будет для тебя, слушай, когда Холеон говорит «остерегайтесь теней». Если он говорит «остерегайтесь теней» и на тебя кидается метка, то метку несешь чуть ближе к морде. Иначе тебя спреет лезвием. И хилишь во тьме в основном только танка. Транрейк. Там от другого манускрипта и кольца у тебя нет. Олег, скажешь, когда будешь готов? Я скажу. Сейчас. Да, воины света. Чё-то хп не хватает. Кстати, ну, бафов нет, у него просто. Помните, кликните. Дайте приста баф. А ну крикните на хп.
Надо. Ягер, у тебя что за пет? А вот бес стоит, но... А у меня бес, у меня бес. Стамину на бесе включи, пожалуйста. Потому что на третьей фазе пропадет варовский крик. И вары перед заходом восьму кричите на хп обязательно. Именно в момент перед заходом восьму, чтобы на танке было половину хотя бы третьей фазы, крик на хп ваш. Четвертая группа запомнила, что они будут галены. Надеюсь. Дайте мамонта, пожалуйста. Маска, наверное, есть у кого? А чего четвертая группа, я не услышал, что они там? Остаются добивать больших после первой фазы. То есть первая фаза закончилась, сразу во тьму не заходите. Сначала добиваете больших големов, потом только, ну, по команде во тьму заходите. Кроме Ягера. Ягер сразу во тьму заходит. Четыре ДД. Лилия, Ментор, Тангра и Манажор. Остаетесь добивать больших. Что-то долго там, Олег. Так, все. Чекаю. Сейчас крест пиздаю. Охотником крест. Войд дал тебе ассист, а звезду во тьме там, как говоришь. Ага. Ну и так, если что, по ходу будешь там помогать. Есть еще God of Flask? Что? God of Flask есть на этом чаре нету? Меня нет. Сейчас, да. Войд и Тангра, звездопады поделите на третьей фазе. Чтоб не одновременно давали. Под мелки, да? Да. Ну только не сразу, а ждите. Ну, само собой. Тангра, я первый трэш мелкий на третий. Можете я рыбочек поставить? Еще раз. Боб, кого-то есть? Я не понял, что сказал. Рыба у кого-то есть или так уже можно начать? Кого-то было. Ну, по пристанкам MP5 не дали-то, а? Да, я големов танчу. Все, я дал все бафы. Охотникам кинь на рек. Начинай, мутант. Перебежали, не было метки, агро. Поднять? Нет, и стал пусть поднимет. Мутант, ты чё, гонишь? Я даже притворился. Я завис. Слышно меня? Да. Пробовали там 4 сделать, может выкинет. Пытайся сразу окно запустить такое. Только быстро не заходи потом. Перебежали. Не, уж наверное, не успеешь. Ну ты пока живой. Развис бабл прыжок. Ягер метка.
Хэнту потом бафы дадите все. Мутант, заходи сразу. Рейд ждите. Заходите, рейд. Да. Я каску кинул там. Взрывом разума бейте. Назад, назад, левее, влево. Следующая метка на дыме на слезе. Заходите, заходите. Походу лезвие лили. За лезвие. Тангра и энергоголубью кидай. Свет приготовьте. База. Метка не в портал, диплом. Выходим. Лилия, я играю. Святой рост. Танк дашь на первом трешке. И сейчас что-то пожалуй. На первом трэше даст. Там он даст сейчас умер и ринсли. На танке смещайтесь. Там минус 2 возьму. Падаем, падаем. Странно, что-то не произошло, не знаю, надо спросить. Что там на танке произошло? Там, по-моему, метка с двумя слезами была. ХП кончилось. Да-да-да. Угу. Да там бегать кончается. Не умеют. Когда кончается ХП, конечно, плохо, но вот почему оно кончилось. Это Ринслер. Мутант умер? Или? Ринслер и Аудасиус, это два вара, они умерли. Ну а как они умерли? Да не лезли, по-моему, просто забежали. Бегать не умеют. А, еще напоминаю, в этом трае крика не было. В следующем, если не будет крик, это 200 кп всем варам. Можно сразу хуярить. Символ стоит, в принципе, на крик. Да даже с символом бы остается. Могу накидывать ГП, нету проф. Кому? Шинану, Ринслеру, да? И Лилия. А, ну и Джериону. Танку надо кидать, а не мне. Ну, ты мог там притвориться. Мне это пофиг, я просто говорю. Ладно, поначисляй ты. Олег, тебя уже повысили. Да, да. А, ты сам себя. Сам себя повысил. О, рыба. Лилия, на три... ну, если метеор падает в танк, Хелиона поворачивают на рейд. А рейд смещается к росту, а не стоит на месте. Две даже раздавайте. Шанан, ты тут?
по-любому притворился, что вылетел. Или сейчас будет это, меня не слышно, я тут сам с собой базарю. Кулак, походу, куда это? МП-5 по магам. Кресты. Спасибо. Что делаем? ВЛС-4 бьем? Когда? Сейчас попробуем добрать кого-то. Но у нас тьма сильная, можем без одного попробовать. Ну чё, удачи с меньшей бум-бума дамажит? Рупал. Какая разница, тут Эрпал больше варов дамажит, это какая разница уже? Да не, ну вот этот юбум-бум много не даст. Бэтл-раб. Все готовы? Заходите за линию. Пробуем вас 4. Уже зайдет. Так у него КД, он вчера был, Олег. У него второй ред. У меня второй есть. Сейчас забьется. Момент. Нет, давай пока так. Начинаем, мутант. Приста бафа нету. Перебежали. Клик обновить я на секунду. Перебежали. Мутант, заходи сразу. Рейд ждите. Бары крик на хп. Заходите. Рифт разума. Беги, малышка, беги! Классно, нет, классная метка, честно. Кто мог выносил? Заходите, восьмо. Лезвище с метками.
Ты говори, когда капли давать. Угу. Качана капля, возложение рук. Назад. Назад, левее, левее, лево. Три процента. Танк на колобике. Портал. Уходим. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Свету рост. Перебежали. Восьми дали рост. ДБ слабо бьете большого. Падаем. Минус, минус. Шел там. Че у вас там танк? Ну да. Вот три дыхания не... А, ну да, 30% было, потому что... Нам можно одного приста туда засунуть, а ретрика в свету, который сейчас зайдет и будет баланс дамаги. На входе стою, кому писать. Какой ник? Макерон. Ну скажите, я сразу его в гильдию закину. Чё он с ником мягкий? Ты на ком? А, все, вижу. Сейчас. Подплюсану. Да, я сестра. Не могу пригласить члена другой группы. Ну и пусть он тогда будет в свету, а Таби, к примеру. Блин, Таби сдохнет восьми. Ну да это ты... я сдохну. Да ты всегда там дохнешь. Правда. Кем там не находишься, всегда дохнешь восьми. Вчера ну, ты не сдохла. Сдохла, сдохла. Вчера да. Я сдохла, между прочим, только да. От менталя на первой фазе, потому что меня не убили. Ты во тьме сдохла, когда в победном крае, я сказал уже тебе не правда. Нет. Да, она и не убила. Голубика, ты не хилила, чтобы ДК 3 секунды почти, и мы упали из-за этого, почему ты не хилила? Как бы и два других хила могут страховать, прям не хило так. Не знаю, что не помогает, наверное. Танк, ты должен быть про пацаном вообще. Там такой танк, как 56к, его надо прям, ну, пиздец, как захиливать. Ну я сейчас смотрю почти 3 секунды, хотел только листалк. И все. И поклонский на ком сейчас? На коте. Пиздец. Ёо, затея, конечно. Какая? Да с этим танком. 56к. Чем мы убрали Поклонского, который был почти бисовый, но трамбек поменяли? Ладно, уже не важно. Голубика, ты ВРК? Голубика, ВРК? Ты будешь хилить танковое исцеление? Как хилить танковое исцеление? Быстрена волна исцеления. Быстрена волна исцеления. Я выносила мед. Все. Ну, тогда уже кристалку. Кресты. Сейчас. Тебе есть это мольба, ой, как это тринка на МП реген или пыль? Голубика.
Есть несчеты. И очищенная лунная пыль. Мои уши один. Какую? Ну, либо пыль, либо эту. Утешение. У меня нет утешения. Но ты говоришь, пыль у тебя есть. Я говорю, подвеска истинной крови. А, не. Это там три хила, пусть тоже танка хилят. Все правильно. Ну правильно, да. Если она еще метку выносила, то это РРУ должен был хилить. Эту штуку используй либо в танка, либо на себя, когда тебя или танка не хилят, когда ты выносишь. Давай, все готовы. Заходите за линию. Мутант, начинай. Чё-то, пацаны, я завтыкал. Я где? Сыпу? Да. А я где? Ты во тьме, Шаду, где симметка? Тот там диспелит свет, третья фаза. А, ну танкры пусть диспелит. Перебежали, перебежали. Лили, у тебя все нормально? Дай, убивал со всеми. Дистал, подними ее. Бежали. Переведем по пристамбах увидеть. Да, выбей пометка. Заходи сразу, рейд ждите. Заходите, рейд. Череп ел. Ты фразу. Слышь, мутант, если на X5 и правда, ну автоатака лучше бьет, то я, наверное, бы там и снопором с тебя сорвал, потому что я тут срываю. Жесть. Заходите во тьму. Там Грейнер голубик. Метку походу лезли Бутаров. Осторожно в шар не влезь. Танго напоминает третью фазу дискотер свет. Святой рост. Это ура, отметка. Перебежали.
рост во тьме. Да, во тьме рост. Давай диспейл. РТД большого, вы его бьете. Быстрее бейте. Маги, не вижу от вас дамаг туда. Все РТД бейте больших. Большого. По боссу стоп, 30% не бьем. Перебежали. Не бейте босса. Дал ему там карту. Только трэш сейчас бьем. РТД большого уничтожить. Сорян за фридом, я каплю дал. Бой, поднимай хотика. Перебежал. Дай каплю. Сакру дал, сакру дал. ДД большого. Танка звездопад. Сейчас лужу пропустить. Босса не бьем, босса не бей, свет. Стоите просто. Им на ману пока спойша иду ДЦ. Все, бейте. Перебежали. Петь, да? Пить. Уже в рейд. Ну, нормально. Блядь, что-то далеко был. Блядь. Котик, поднимай тангру. Свет 30, сука. Босса не трогайте, свет. Свет не бейте. Ох, блин, не бейте босса, свет вообще. Стой, стойте. Перебежали. Не бейте пока босса. Не бьем, ждем трэш. Ну-ну, не возвращайся. Что ты... Бейте дипломатский. Бейте, убейте большого и добиваем босса. Да, добивайте босса. Перебежали и добиваем босса. Трэш напуливаем, трэш не бьем, только босса. Ура! Как кто на меня поклёп? Я 4 раза выносила метку и не сдох. Плохо. Как клёп наводит тут сидите. Поклёп, блин. Нормас. Я думал посложнее будет. Поклёп. Понимаете, ребята, вот вы 5,8, 5,7. Теперь я нормально пишу. Вы нормальные, ребята. Раз вам повезло, блять, в этом рейде оказаться, вы нормальные, вам повезло. Да, вам повезло, что тут Литрион есть. Хилы и танки, которые тащат. Да это просто ретрик банул, ворвался и все. Давайте порт поставлю, надо кому? Стойте, у кого есть Дживс или Мамонт, останьтесь здесь. У тебя есть уже такие? Сейчас, секунду, там... Не поедавайте нам.